Вот у нас северная оконечность Евразийского континента, самая северная часть российской земли. Земля Франца Иосифа, мыс Флигеля. Налево, теперь все Платон! Это вас специально это обманывают, чтобы снимать. Че? Платон! Сюда иди! Тебе кричал привет. Он мне кричал привет. А он тебе говорит привет. А я-то был уверен, что я говорит, кораблю крикнул. Симбиотический организм ползущий по скалам кафе Вольте. Я в лишайниках не очень. Да, я тоже делаю. Тебе по всему черную надо возводить. Самый северный помидор. Покупателей слишком мало тут проезжает. 5 раз в год есть. Так они не высаживаются. Самый северный водопад. Слева водопад, слева водопад. Справа. Какой водопад, где вы там все это видите? Вот водопад. Куда вообще идешь, а? Вообще обманывают детей. Водопад, падающий в океан. Ледниковый водопад, стекающий в Северно-Ледовитый океан. Самая северная часть нашей страны. Мыс Флигели. До сих пор дети обсуждают. Вчера вечером столкнулись с норвежской береговой охраной. Маленький кораблик. Повыше камеру.